Скажите, вот Хабаровский ваш концерт отменили, но это не от вас зависит. А для вас лично есть места, где бы вы ни при каких обстоятельствах не стали выступать вследствие своих убеждений? А я не понимаю, какие убеждения могут помешать выступлению? Но некоторые в Крыму отказываются выступать из-за политики. Я встречал много людей, которые зовут нас в Крым, они ни в чем не виноваты. Если будет возможность нас пригласить, то с удовольствием там сыграем. Я тоже самое касается... Дело не в политике. И то же самое касается Донецка, Луганска и других вот таких проблем с областей. Вопрос в том, чтобы устроить концерт. Они, потому что все машут саблями, саблями махать все оттуда. А устроить концерт никто не берется. Обычное дело.